бабушки и дедушки современных автомобилей, знаменитые антилопы и ягуары, наперекор всему сохраняют завидную спортивную форму и даже участвуют в ралли, смотрах, выставках. Правда, благодаря немалым усилиям их владельцев. Один из первых в нашей стране, Рижский клуб антикварных автомобилей, объединяет более 300 энтузиастов, инженеров, рабочих, ученых. Они находят и реставрируют старые машины, обмениваются опытом, готовятся к открытию первого в стране автомузея. Не подчиняясь времени, старые автомобили создают неповторимый колорит новой и древней, но вечно молодой Риги.